новость о нападении на торговый комплекс «Алтын» буквально взорвала всю общественность в Республике Татарстан. Что же это такое? Весеннее обострение или какая-то закономерность, или же глобальная социальная проблема? Мы постараемся выяснить сегодня в программе «Главные новости». В студии Александр Фельдман. Здравствуйте. Напоминаю, телефон прямого эфира для всех наших телезрителей 5 11 99 66, 8 800 532 55. По этим номерам добро пожаловать к нам в программу. Позвольте представить моего гостя. Сегодня в гостях председатель комитета торговли и услуг Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Фарида Галеева. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы откликнулись, пришли на программу. Тема довольно-таки острая. Да. Здесь надо быть, наверное, максимально корректным и скорее объективным, чтобы мы, как средство массовой информации, не раздували проблему до небес и в то же время не пропустили ее сквозь пальцы. Итак, прежде чем мы начнем нашу беседу, еще чуть подробнее о информационном поводе, который нас, по большому счету, собрал. Я предлагаю, зачитаю информацию и в то же время всем телезрителям показать небольшой сюжет. Итак, сегодня, именно сегодня, Вахитовский районный суд должен избрать меру пресечения 4 подозреваемым в нападении на торговые ряды «Алтын». 3 молодых людей задержали в субботу, еще один в воскресенье сам явился с повинной в полицию. Напомним, что 16 марта 11 человек в масках ворвались в помещение торгового комплекса и разгромили большинство прилавков. После этого налетчики сели в ожидавшие их машины и скрылись с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Вот такая информация. Но дело в том, что мы привыкли связывать иногда вещи не связанные. Ну, так, видимо, устроен наш мозг. Еще одно событие, которое произошло, это очередной погром устроили в минувшие выходные группа злоумышленников по улице Даурская. Там было кафе, разбили витрину. Я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. И вот тогда уже оттолкнуться в нашей беседе. Просто накидали камней. Сколько времен человек, прочее, что? Человек 5. Человек 5? Масках, что ли? Да. Все произошло около 12 ночи. Само нападение, по словам сотрудников заведения, длилось всего несколько секунд. Все произошло так быстро, что примет нападавших никто не запомнил. Кто-то из очевидцев успел разглядеть только то, что лица злоумышленников скрывали маски, а будто они были высокие шнурованные армейские ботинки. Жертвой нападения едва не стала одна из сотрудниц кафе, которая в этот момент находилась на улице. Какие-то проблемы там экономического характера и прочего? Нет. То есть вот все неожиданно? Работать, да, неожиданно. Предпосылок к этому? Конфликт вроде с посетителем какие-то, возможно, нет? Посетитель нет, вроде все нормально было. В помещении кафе нападавшие не забегали, однако камни и бутылки, которыми они били стекла, оказались на полу и некоторых столах заведения. Люди не пострадали лишь по чистой случайности. Мы уже закрывались, все, персонал домой собирался, вот печку мы убирались, все. То есть вообще никого не было? Только персонал? Только персонал. По мнению оперативников, это происшествие имеет схожие признаки с недавним нападением на торговый ряд «Алтын». Если между этими событиями какая-то связь, пока неизвестно. В ходе отработки района экипажи ППС доставили в отдел полиции несколько схожих по приметам молодых людей. Алсу Гусманова, Искандер Тулубаев, новости Татарстана. Смотришь на эти кадры, почему-то вспоминаешь фильм «Жмурки» сразу же, и 90-е годы. Молодежь, может быть, не помнит, но нам известно, что происходило в 90-е годы. Так все же, это некий возврат, это некие закономерности или это просто весеннее обострение? Что происходит? Ну, формально, конечно, мы можем связать, что по почерку эти события действительно напоминают дикие 90-е годы, когда шло становление бизнеса в России. Но на взгляд экспертов, аналитиков, которые на самом деле эти серьезные события уже предсказывали, здесь кроются некие иные причины. И мы можем считать, что это не совсем криминальные факторы, это факты, а больше социальные. Вот тут, кстати, поподробнее, потому что да, это очень интересная и правильная тема. Да, дело в том, что вот эксперты и многие
кто пишет на экономические темы, они начинают задумываться, как так случилось, почему эти молодые парни, ведь они приехали на автомобилях. Централизованно, организованно. Почему вместо того, чтобы сидеть на университетской скамье, либо работать на благо своей семьи, почему они так демонстрируют вот эти акции? Здесь я, кстати, соглашусь с экспертами из МВД, которые считают, что эта акция не связана с целью наживы, а является демонстрацией некой силы. И вот давайте здесь мы должны обратиться сейчас к докладу социального блока нашего правительства Голиковой, которая говорила буквально на днях недавно о том, что в России очень низкий уровень зарплат, и стоимость труда совершенно недооценена. И люди, которые работают, они с трудом могут в целом в ряде случаев прокормить свою семью. И она даже привела такие цифры, что 5 миллионов работающего населения, подчеркну, работающего, получают оплату, минимальный размер оплаты труда – это несколько тысяч всего. Если мы посмотрим опять статистику, то в той группе стран, которая принадлежит России по экономическому положению, таких вот зарплат вообще-то нету. То есть, правильно ли я понимаю? Я хочу, кстати, всем телезрителям сообщить о том, что четверо подозреваемых были задержаны, которые погромили кафе, ровно как и предыдущие участники 16 марта событий. И, казалось бы, даже наказание предстоящее не останавливает молодых людей. Правильно ли я понимаю, что когда ты теряешь контроль над своей жизнью немного, да, по каким-то показателям экономическим, то есть это некий такой способ взять что-то под контроль, продемонстрировать свою силу. Правильно? То есть это некая демонстрация всего. Ну вот я не являюсь профессиональным психологом. Тем не менее, мы прислушиваемся вот к этим анализам. Угу. И вот именно такие события были предсказаны еще и в 2014 году рядом докладов, что для меня сильно удивительно. Но мы сейчас видим, что действительно такие вот эпизоды, они целую череду представляют собой сегодня. Мы, это, например, и поджоги на Лебяжьем. Да. Я уж не говорю о том, что в Москве идут буквально массовые бойни на кладбищах в связи тоже с переделом рынка. То есть, посмотрите, у нас фактически здесь, чтобы вот это цунами поднялось, накладываются некоторые волны, как интерференция. Вот одну я уже сказала. То, что молодежь сегодня не видит способа, чтобы достойно жить, способы трудиться. Вот даже взять пример такой, что, например, Курманов получил, вот сын нашего министра юстиции, 42 миллиона за то, что он согласовал сделку обеспечения электроэнергии, электроснабжением Леруа Мерлен. Сколько парень должен трудиться, чтобы 42 миллиона заработать? И куда он должен пойти на такую работу? Вот это причина. Еще одну мы, конечно, будем называть, это то, что молодежь понимает, что нет социальных лифтов. Здесь такой пример приведу. Например, вот у нас есть в Казани очень хорошая математическая школа. Я имею в виду школа как целое поколение. Да, да, традиция очень хорошая. Например, вот в 2014 году или в 2012 году Михаил Григорьев, победитель математической олимпиады всемирной. Где этот молодой человек? Почему? Чем он занимается? Почему ему не предложено, например, место в правительстве? Почему он работает и живет во Франции, планирует, по крайней мере? Или, например, я была вот на той неделе в нашем уважаемом федеральном университете, вручали грамоты, почетные призы самым лучшим экономистам, людям, которые победили в экономических олимпиадах, тем нашим золотой фактически молодежи, я имею в виду в смысле интеллекта, знаний и образования, им вручали вот эти все призы, дипломы. Они прекрасно учатся, они побеждают тоже на международных олимпиадах. Почему их нет в кадровом резерве? Это лучшие экономисты. Может быть, если бы эти ребята сегодня возглавляли банки, возглавляли советы директоров от нашего правительства, может быть, не было бы тех казусов, которые еще и подстегивают экономическую ситуацию сегодня. Особенно сюрпризов под Новый год. Особенно такие сюрпризы. Вы понимаете, о чем я говорю. Есть у нас уже один телефонный звонок. Мы готовы ответить на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вас беспокоит Валерий Александрович. Но я вот как педагог, как методист могу сказать единственное, что необустроенность молодого человека. Вот, во-первых, после колледжа, техникума или там школы среднего образования, окончания среднего образования, этого молодого человека или молодую девушку никуда не берут работать. Требуется везде стаж не менее 3 лет. Откуда она возьмет? Давайте вспомним советские времена, где после каждого учебного училища брали на работу. И уже ученикам платили там, кстати, достойную зарплату. А сейчас действительно, конечно, берут на такую работу, что говорят, что вот чиновники говорят, что у нас рабочих мест много. Но я спрашивал, а оплата какая? Это стыдно даже. Это стыдно за такую оплату. Действительно, а молодежь сейчас не пойдет там работать. И поэтому идет свои силы куда-то применять. Она же цветущая, растущая. И ей нужно и одеться, и обуться, и сходить в кино. И второе. Вот это помните, 90-е годы, там, когда была безнаказанность, все такое, вот она творит сейчас, это нам отголоски, как говорится, идет оттуда, что, значит, безнаказанность, она и творит то, что оно безнаказанно, понимаете? А если одного, второго, третьего вот поймали, да наказали как следует, понимаете? Как следует, тогда и будет порядок. Все равно мы живем пока еще в государстве, где наказание не отменено. Спасибо. Большое спасибо, но я надеюсь, наказание никогда не отменят. Более того, я хочу сказать, что по сравнению с 90-ми годами правовая система так или иначе выравнивается и встает на свои рельсы. Вопрос только, мне кажется, в большей степени касается не только внутренней неустроенности, но вопрос сейчас, проблема, которую нужно решать, и это вот вы как представитель торгово-промышленной палаты, замечая подобные вещи, да, подобные события, обращая внимание на те доклады, которые годами ранее даже делаются. Тем не менее, вы стараетесь найти какие-то точки соприкосновения, чтобы стимулировать средний и малый бизнес? Как раз-таки это та группа молодых людей, которые, по идее, на своих плечах должна вытаскивать вот этот сегмент. Ну, конечно. Но прежде чем вот ответить на ваш вопрос, я бы хотела... Спасибо, что телезрители нас поддерживают в плане того, что очень низкий уровень заработных плат по Российской Федерации. Это на самом деле не республиканская проблема, проблема федерального уровня. Еще бы я хотела вот отметить один момент. Вот смотрите, ведь это молодежь остро реагируют. Они сегодня не принадлежат к партии телевизора. Uh-huh. Это молодежь принадлежит к партии интернета. И они видят очень много сюжетов касательно социальной несправедливости. И очень остро болезненно реагируют. Вот говорит мужчина о наказании. Но мы, может быть, должны как-то вот проникнуться к ним сочувствием, к этим молодым людям. Потому что ведь они именно этот момент социальной несправедливости очень остро чувствуют, очень остро переживают. И вот, как и правильно сказал наш зритель, да, что действительно у них очень сложно с трудоустройством, с открытием своего дела. И, может быть, попадаются ведь самые такие шустрые, самые энергичные, самые юркие люди. Они могли бы свою энергию приложить на благо Родины, могли бы заняться бизнесом. И здесь мы с вами тоже касаемся этой проблемы. Вот я поэтому и говорю, что на их плечах, по идее, это молодежь. Да, везде нужен опыт работы. Ну и бог с ним, с опытом работы. Займись своим тогда делом. Ну вот президент Путин в рамках программы борьбы с бедностью выделяет целый блок поддержки предпринимательства. Мы, к сожалению, должны констатировать, что это декларируемая только позиция. Еще, между прочим, в нашей республике руководство много старается делать для, например, открытого Татарстана. Это мы занимаем, по-моему, первые рейтинги по тому, сколько у нас принимает людей участие в электронном правительстве. Очень много делает для того, чтобы привлекать федеральные деньги по разным программам поддержки предпринимательства. Эффективность их отдельно можем рассматривать. Всевозможные экономические зоны, всевозможные проекты. Да, технопарки, значит, всякие центры. Причем я бы не исключал и все культурные и спортивные события, которые происходят. Это тоже целая составляющая экономическая. Но мы сейчас все-таки о бизнесе говорим, да, о малом-среднем. Да. Что касается спортивных объектов, тут вопрос их содержания тоже на самом деле может стать, поскольку это обходится бюджету. Что касается поддержки малого и среднего бизнеса, она декларируется. Может быть, и старается руководство и нашей республики, и федерального центра, но пока у них, как это вот говорится, не получается, пока никак.
Почему мы говорим, что не получается? К сожалению, мы видим цифры той же статистики о снижении численности малого и среднего бизнеса. Особенно вот этот большой сектор индивидуальных предпринимателей, ну, в Республике Татарстан за 10 лет снизился на 20%. То, что небольшой рост последние годы вот наблюдается, статистику дает Минэкономики, но она вот не покрывает те большие потери, которые понесли индивидуальные предприниматели. Но в основном это уход совсем с рынка или же это уход в серую зону по малому и среднему бизнесу? Ну, мне кажется, это уход с рынка. Все-таки уход с рынка. На самом деле можно смотреть, конечно, аналитику. Угу. Она разная. Так же, как и статистика. Со статистикой тоже вопросов много к Госкомстату, потому что публикуют очень поздно, за 15-й год. Вот только что вышли цифры, вот только появились. Вот. Но почему молодежь сегодня, еще раз, как я говорю, дары своей души, свою энергию молодости вынуждена тратить вот таким бездарным способом? Ну, не верят они в то, что можно каким-то образом продвинуться в бизнесе. Это связано с бесконечными проверками, с попытками регулирования. Yeah. Это связано с тем, что постоянно новые какие-то вот придумки. Мы уже так говорим, что это хотелки законодательного собрания, которые очень сложно и воплотить в жизнь. Наверное, они призваны что-то регулировать. Но мы, бизнес-сообщество, честно говоря, в недоумении. Зачем столько изменений? Хочу подтвердить ваши слова статистикой, но прежде примем звонок в студию. Алло, мы вас слушаем. Алло. Говорите, вы в эфире. Сорвался один звонок. Да, к сожалению, но тем не менее, раз уж я пообещал подтвердить ваши слова статистикой. Итак, группа ВКонтакте, медиаканал «Эфир-24». Я понимаю, что объем не вся Россия, но тем не менее, все наши подписчики, наши зрители. Вопрос, который мы адресовали, от кого сегодня надо защищать бизнес? Вот варианты. От недобросовестных конкурентов, от бандитов, от нестабильной экономики, от несчастных, от нечистых на руку чиновников. И бизнесу надо просто не мешать. Самый популярный ответ – это защита от нечистых на руку чиновников. То есть вот те самые барьеры и препоны, которые существуют, по мнению большинства людей, 49%, почти 50%. Потом по популярности оставьте нас в покое, то есть бизнесу просто не надо мешать. Ну и далее вот нестабильные экономики. И, честно говоря, радует, что вот по поводу бандитов и от недобросовестных конкурентов, да, какой-то такой минимальный. То есть все-таки 90-е ушли и остались в 90-х. Но я бы вот хотела здесь добавить, от нечистых на руку чиновников, мне кажется, сформулировано не совсем правильно. И согласен. Потому что мы не можем сказать, что так уж вот прям вымогают Минэкономики. Вот. И только чиновники, что самое интересное. Нету такого, конечно, сейчас. Речь идет о том, что значительно больший ущерб бизнесу и конкурентной среде, особо хочу подчеркнуть, поскольку у нас действует закон о конкуренции, значительно больше ущерб приносит политика волюнтаризма. Это политика, которая проводится без учета реальной рыночной ситуации. Взять те же самые безвозмездные субсидии предпринимателям, которые разрушают конкурентную среду. И эксперты Минэкономики давно об этом говорят. Да и само, конечно, министерство уже сейчас разворачивается в сторону того, чтобы как-то немножко рассеять вот эту вот помощь. Но не дело, когда ни инвалидам, ни одиноким мамочкам, ни сироткам, а здоровым предпринимателям безвозмездно выдаются миллионы. Мы это, вот, честно говоря, не понимаем. Ну, а в целом, мне кажется, тут голосование соответствует истине. Соответствует реальности и действительности. Ну что ж, не так много времени у нас еще остается. Тем не менее, хотелось бы задать следующий вопрос. Что на сегодняшний день, на что в первую очередь нужно обратить внимание, чтобы средний, малый бизнес все-таки удержал свои позиции по Республике Татарстан, в частности, я имею в виду в сравнении со всей Россией, потому что мы находимся, по крайней мере, не в хвосте списка, это однозначно, но то, что идет некое такое снижение, что нужно, на что нужно обратить внимание? Ну, мне бы хотелось вот этот ваш вопрос, конечно, увязать с нашими сюжетами, да, во-первых, потому что, как мы уже говорим, ведь у нас численность предпринимательства низкая, на самом деле, и в республике. Ну, наша республика, кстати, еще более-менее рейтинг занимает высокий. Да, я про это и говорю. Наши руководители занимают высокие рейтинги как менеджеры. Да. Ну, вот в этой части развития.
Вот. Несмотря на это, конечно, молодежь не стремится сегодня пополнить ряды предпринимателей. Угу. Мы уже сказали, почему. Чрезмерное регулирование государства. Санкции, конечно, совершенно неадекватные. И Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса, и Торгово-промышленная палата плотно сотрудничают с экономическим блоком и нашей мэрии, и правительства. Мы очень часто посылаем и предложения, и как нужно, вот именно чтобы нам, бизнес-сообществу, было удобно. Но не получается пока наладить диалог в полной мере. Мы надеемся, что, конечно, все в эту сторону будет двигаться, но нужно убирать регулирование, нужно больше либеральности, больше нужно свободы давать предпринимателям. Может быть, тогда молодежь почувствует, что вот как-то в эту сторону им лучше повернуть голову, чем в сторону таких акций, которые мы считаем беспощадными, бессмысленными, в равной мере. Все-таки заниматься своим делом, даже если ты просто клеишь кораблики, это гораздо полезнее, чем ничего не делать в принципе. Вот смотрите, кстати, уже некоторые фракции нашего законодательного собрания поднимают эти вопросы несколько лет подряд. Вот и Ирина Хакамада говорила о том, что нужно полностью освободить самозанятых, а это индивидуальные предприниматели, наши любимые, которых 90 тысяч. Угу. А должно было бы быть значительно больше, конечно, потому что половина из них уже и не работает, хотя числится. Этих самозанятых нужно освободить сегодня от всех поборов. Они кормят себя, они снимают с государства эту тяжелую проблему прокормить их. Они содержат семьи. Некоторые даже создают рабочие места. Почему бы вот не откликнуться на этот призыв? Да. Многих фракций уже поддерживают, и коммунисты, по-моему, и другие фракции. Почему правительство до сих пор топчется, мы не понимаем. Следующий шаг сейчас – поднять НДС до 22%. Да, слышали мы такую новость прекрасную. Ну вот наши молодые люди, они будут думать: так, хорошо, я возьму кредит, я буду стараться, значит, как-то рассчитаться, мне нужно поднять свое дело. А тут такой налог. Плюс, если убытки, ты, значит, в план проверок встаешь. Плюс ты обязан платить заработную плату, да. А там социальное налогообложение, если с учетом НДС до 60% доходит, это очень тяжело. И это все на фоне того, что сегодня очень много информации и в Ютьюбе, и в социальных сетях, и в Инстаграм есть, и даже на каналы выплескивается о том, что, конечно, правительство не совсем эффективно расходует денежные средства. Это мы должны сказать и огромные зарплаты чиновников госкорпораций. Да. Нельзя об этом молчать. Это и освобождение от налогов сегодня многих чиновников. Как так? Почему? Как я уже говорила, молодежь остро реагирует на эти проявления социальной несправедливости. То есть три кита мы сегодня должны озвучить, чтобы решить проблему и возникновения стихийного преступности и роста, и того, чтобы поддержать и малый и средний бизнес, и чтобы эти молодые люди туда переходили плавно. Первое – решать вопрос социальной справедливости. Второе – поднимать зарплату, пытаться, чтобы труд был востребован. Это обязательно. И третье – это социальные лифты. Надо наладить. Как-то отладить. И, кстати, именно к Татарстану, если во всех остальных позициях Татарстан занимает очень хорошее положение, то если взять стратегию 2030, то аналитики именно к Татарстану много сейчас имеют претензий по поводу того, что у нас клановая система, которая еще накладывается на экономический кризис. Сегодня, конечно, наше руководство стремится подтягивать молодежь, да. Но надо кадровые резервы нужно сейчас расширять, нужно привлекать туда тех, кто проявил себя в учебе. Ну тогда, получается, нужно перетрясти само устройство кадрового резерва в таком случае, потому что если их функция – это селекция конкретных специалистов, и не только селекция, но и их дальнейшее применение по профилю, в первую очередь, то, значит, видимо, неэффективная система. Ну, конечно. Хотелось бы узнать, какие принципы формирования кадровых резервов, сделать эту систему прозрачной. И мне кажется, это было бы очень интересно на следующей передаче. Однозначно. Потому что молодые люди, по крайней мере, с кем мы общаемся периодически. Да, общаемся. Да, а именно люди, которые вот-вот закончили высшее учебное заведение, и они находятся в ситуации некой такой вилки, куда им идти дальше. То ли все-таки в бизнес, то ли как-то помочь государству. И есть, которые хотят помочь государству. Да. И многие рассчитывают на кадровый резерв. И есть, к сожалению, уже разочаровавшиеся, в том числе в кадровом резерве. Наверное, но я бы вот такое предложение внесла, что те, кто
проявил себя во время учебы наилучшим образом, что, может быть, их автоматически вносить в кадровые резервы. И тогда, может быть, у нас и Татфондбанк бы удержался на ногах, и банковская система бы так не трещала. Потому что люди умные, образованные, с интеллектом, они, как правило, и честные. И престижность получения высшего образования также бы приподняли. Большое спасибо. Благодарю вас за очень содержательную беседу. Не ожидал я, что такая, казалось бы, на первый взгляд, криминалистическая новость и информация перерастет действительно в социальную сложную проблему. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания, уважаемые телезрители. Хотим еще раз обратить и этой передачей, и последующими о том, что все проблемы, какие бы на нас ни сваливались, нужно решать вместе. А главное, стремиться к чувству прекрасного. Всего доброго. Это была программа «Главные новости». До встречи.